Давно я уже этого не делал, я уже забыл, с чего начать-то вообще. Бесплатные награды. Так, это что у нас? Это баннер. Ага, музыка. Жестко. 10 Battle Pass Stars. О, май. Нихуя. Это что, это новый персонаж будущий или что? Я бы за такого поиграл. Баннер. Не, ну ради баннера, я думаю, стоит играть. Я ради баннера, в принципе, в Apex играю. Сильно какой-то важный, мне кажется, надо в очередной позе его отпиздить. Муха тарелка. Какие-то украинские, блядь, разработки в биолабораториях, походу, опять. 25 металла, 25 металлов. Фиол лук. Жестко, мне очень нравится. Фиол БХ. Очень классный. Скину уникальный, такой еще нигде не было. Погнали по очереди. Ё-моё, ну. Так, а ты давай. Опа, опа. А можно было такую на лобу сделать? Я понимаю, что на лучшего персонажа этой игры тоже смотрится круто. Блин, мне кажется, в один момент респавны перестали клипать эмоции по захватам движений, потому что раньше движения в Apex прям, ну, видно было, что они реалистичные, похожи на человеческие. А вот эти все эмоции, такое ощущение, как будто они реально на них прям жестко экономят и просто какой-то чел на коленке их делает. Сразу видно, это люди, которые Джеди Сурью разделали, блять. Баннер. И баннер. Это того определенно стоит. Все-то по 400 гривен за баннер. Я определенно этого хочу. Змея с пистолетами. Имба вообще. Покупаю, не глядя. Скин огонь вообще. Очень классный. Бля, губы накрасила и стоит. Девочка, которая выжила. Рампа. Ну, тоже скин вообще классный. Я бы за такое отдал бы. Я бы только за этот скин отдал бы 120 баксов. Скин на преданность. Что это такое? Уж какой-то. Космический трипл тейк. Такого еще не было. Пискипер. Нихуя. Эпики, как всегда, очень радуют. Мне очень нравится. Джонни Депп, до того, как ему насрали на кровать. Разница на самом деле прикольная, но что-то вот, что-то не хватает. Третьего ножа определенно. Если бы был третий нож здесь, я бы точно купил бы, даже не задумываясь. Лоба, да. Бля, мне кажется, с каждым скином у нее жопа все больше и больше становится. В какой-то момент она просто не влезет у нее. Прическа вообще... 10 из 10. Мэгги, кстати, крутая. Ширинка, еще такая модная. Заспойлерили, видимо, будущую реликвию в виде керамбита. Королева там какая-то в Overwatch была. У нее там, похоже, скин есть. И я так понял, что изначально эта королева, она в целом, ее образ был взят как раз-таки из Мэгги, из Апекса. Разрабы Overwatch, разрабы Апекса, они обоюдно друг у друга пиздят, блять, идеи. То персонажи друг у друга спиздят, то скины какие-то. Извиняюсь, что прервал ваш просмотр всего прелестного видеоряда, но у меня для вас очень интересное предложение. Если вдруг вам надоело быть новогодней звездой на какой-нибудь елке в ранкеде, либо безуспешно пытаться нахерачить 20 кило или 4000 урона, ну а все-таки получить ачивки и какой-то ранг хочется, тогда мы идем к вам. Да, как вы поняли, за небольшую плату мы сможем вам с этим помочь по ссылкам в описании. Там есть весь прайс-лист и, собственно, дополнительная информация. Так что пишите мне во все лички, которые найдете, ну а мы возвращаемся к видосу. Ревенант трахнул солдата 76, видимо. На Ньюкасла, блин, такое ощущение, как будто он шапку где-то потерял, вот эта лысина прям на фоне огромного всего остального как-то неполноценно смотрится. Хоть бы дали ему там корону какую-то. Таким спидфайром только кровать подпирать. Рыешка. На освежитель воздуха какой-то похож. Немезис, кстати, прикольный. Можно было такой Немезис сделать реактивным. Он бы зашел, мне кажется. Чисто в стиле Валоранта какого-то. Ядрить он толстый. Как будто бы лучший скин на Вольт. Мне очень нравится. Блин, я вот заметил, у респаунов какой-то фетиш на то, чтобы у разных животных какая-то хуйня изо рта торчала. Я не знаю, может, у них, блядь, травма какая-то. Прикольный, он довольно тонкий на самом деле. И в общем, блин, ёж на конце стропона. Смотрится жестко. Разрабы Overwatch опять показали Сигму, видимо, разрабам Apex. Ты подсмотри, но точно-точно не списывай. Они такие, а, да-да, без проблем. Но проблема с Амигос. Ебанули черную дыру сюда в какие-то мелкие пентагоны маленькие. 5000. Джонни Депп в очках Лепса. 7 кейсов. Безбашенный Ньюкасл за 2500 и 3 кейса. Старый Октан, я уже не знаю за этот год, сколько раз его перепродавали. Я уже сбился со счета. Там вроде же описания, да, появились новые у персонажей на некоторых скинах из рубрики Фьюз. Это там дедуля, который любит мужчин и женщин. Мне кажется, вот эти описания, в принципе, для скинов они добавили ради вот этого вот момента, чтобы, блять, уточнять, кто кого любит. Очень сильно, очень глубоко. Прикольный скин на Ишу. Жалко, он стоит, блять, 3500. Мне, кстати, прикалывает то, что респауны сейчас перешли на какой-то киберпанк стайл. В сеттинге Апекса неплохо смотрится. По сравнению с остальными вот этими псевдоаниме, блять, и прочей хуйней, которую они еще и типа вдохновились, как бы. Это аниме-персонаж. Попробуйте догадаться, какой. Поцелуй мою задницу. 3500, мне кажется, чисто вот за вот этот голоспрей, блять. Он слишком имбовый. С 2500 отдельно скин и отдельно полет. Лучше бы голоспрей сюда всунуть. Это, наверное, единственный момент, в котором я считаю, что голоспрей круче смотрится. Скин, короче, крутой. У него вроде еще выбор персонажа по-другому сделан. В телеге заливал, как это выглядит. Ссылка в описании, блин. Но слишком дорого. Стикер за 500. Ох ты. Ну, мы дошли уже до того момента, когда стикеры 500 валюты стоят желтый. Мне кажется, еще немного, и они будут скоро стоить 500 осколков реликвий. Тройной стикер будет ебейший. Там, где лоба будет постепенно раздеваться, наверное. Я, блядь, не знаю, что там должно быть. Еще одна полетка. Кстати, до сих пор, по-моему, нету особо полеток в батлпассах на Ишу. Бля, ладно, я максимально
оттягивал этот момент. Но вроде бы тут все. Тут такие карты классные. Сейчас же вроде Broken Moon, Stormpoint. Бля, и ранг еще классный, который не изменили, да, вообще? Типа новый ивент, только дровяки, только снайперки. Мне нравился года 2 или 3 назад. Такой же ивент, по-моему, самый первый или там второй. И там на полу лежали только оружие из дропов. То есть там были только мастифы и только краберы. Зачем они это поменяли, я не совсем понял. О, я, кстати, сильвер, нихуя. Понимаете, меня с мастера скинуло до сильвера, нахуй. Спонсор, блядь, сегодняшнего показа Пумба Хейтер. Главный мой хейтер. А, это же не мой аккаунт. Этого никто не слышал и не видел. Надо почаще стримы начинать в 12 ночи. Надо сначала, если мне не изменяет память, а мне она, скорее всего, изменяется, надо купить за 5000. Потом вот эту херню за 2500. Yes. Так, и теперь погнали открывать. А потом посмотрим, что выпадет. Тут еще 95 кейсов. Почему-то после этого обновления в меню стало, блядь, 30 кадров. Я уж не знаю, с чем это связано. Вообще не понимаю, блядь. Ну, слава богу, этот стикер выпал. Я уж думал, вдруг у меня игра баганет, и мне стикер этот не выпадет. Я бы очень сильно расстроился. Ух ты. Я думаю, Пумба очень рад будет, что у него теперь есть этот ретупер. Я очень расстроен, что не потратил на этот ивент $160, блядь, или сколько он там стоит. Я же проводил там исследование прям ебейшее в отдельном видосе. 2 раза причем. Вы прикиньте, какой я крутой. Я 2 раза делал один и тот же видос. И я за все эти 2 раза я не запомнил, насколько дешевле ивент будет, если его покупать вот этим, блядь, скрытым способом, о котором, конечно же, никто не знает, кроме меня. Моих подписчиков, разумеется. Ух ты, ё-моё. Ну все, можно дальше не открывать, самое важное. Мне кажется, надо на какой-то очередной скин на Ньюкасла тоже описание справа добавить, что он любит Октана и еще кого-нибудь там. Наконец, нормальный лор в Апексе. Я не думаю, что мне все фиолы выпадут с 10 кейсов, честно говоря. Ну типа, давай купим, на всякий случай. Ну вот этот куплю прям. Я думаю, он заслужил, чтобы я его купил. У него, я так понял, вообще очень мало скинов открыто. Металлы даже особо не выпадают. Если бы я сейчас у себя открывал, у меня бы тут слева и справа просто в 95% случаев металлы бы выпадали. Блин, не, ну вот этот скин вообще пиздат. Правда, он потолще стал, это прям ощущается. Мы это простим. Простим чат или нет, как вы думаете? Я бы купил на основе, на самом деле, этот скин. Там вроде кейсы еще должны 100 штук продавать. Понял, но не понял, как вот эта фраза связана с тем, что он банку ловит. Он любит банки? Фьюз любит мужчин и женщин, а Касло любит Октана и банки или что? Блин, надо, мне кажется, респауном все-таки сделать вот эту тему, которую я предлагаю уже, наверное, тысячное открытие. Чтобы можно было нажать кнопку и скипнулось вообще все, что не фиол, не красные и не голда. Ну и не голоспрей, конечно же, и баннеры. Вот голоспрей и баннеры пропускать вообще нельзя. Как обычно, на страже слева, справа, блин, охраняет фьюза. Голоспрей что-то опять не выпадает, я не понял. Блин, меня бесит то, что нельзя скипнуть анимацию, блять. У тебя каждый раз 3 часа раскручивается вот эта херня. Реликвия, да, да, конечно. 10 штук уже выпало. Я уже даже не знаю, зачем мне реликвия Horizon, если у меня 10 реликвий есть. Не, ну вот это, блядь, все может заканчивать. Все, что могло, уже выпало. Ноги, блять, колени заказывали. Кстати, модный баллистик. Сильные независимые трусы сорвал, блять, посушил себе плащ. Как же он хорош. Опа. Но если это не голоспрей, то я ливаю. А. Ну, в принципе, скин на мое любимое оружие тоже считается. Чё-то не падает, не падает. Не везет Пумбе, не падает ему металлы. Чё-то кто хочет пооткрывать кейсы? Мне лень тыкать дальше. Спиздили аккаунт. А все, а чё ты думал? Чат, кто аккаунт хочет купить? Там несколько реликвий. 40 гривен, 1000. О, у Ньюкасла, видимо, там на трусах остаток ткани оставался. Он решил поделиться. Не, ну голоспрей по-любому. Я считаю, Пумба заслу... А, баннер? Не, ну... Так тоже пойдет. Я все никак не могу дождаться, когда там уже мифический баннер будет. Отчуй! Ух ты! Бля, еще один подошел. Пумба, тебе везет, пипец. Баннерный магнат, прикинь. У тебя все баннеры, наверное, тут уже золотые будут сейчас. Ебать, еще один сейчас баннер будет. Или голоспрей. Ну, не повезло немножко. Еще баннер. Давай. Блин, Эмэзис какой-то обосранный выпал. Че не баннер, ну? Если не выпадает баннер, я забираю у Пумбы аккаунт. Я не дам ему страдать, я буду страдать за него. Но если мы закончим, не будет баннера, это же вообще кринж какой-то. 15. Пумба, слушай, ты тут скоро разбогатеешь. За такое количество можно будет вообще весь ивент скупить. Чисто когда в семье есть сестра и брат, или там брат и брат, или сестра и сестра. Лежит, спит, блин, сейчас пизданет по чердаку сзади, блин. А потом скажет, что ну споткнулась. Мать, ну споткнулась она. Ну что же, понимаешь, мышленятку бегала, впала, росту в косу ебала, блин. Опа, баннер. Да какая Эш, ёпт, мать, чуть токсичная какая-то вообще. Мне что-то перехотелось покупать кейсы на своем аккаунте после этого открытия, бля. О, эпик, ну это по-любому голоспрей. Ну, естественно. Nothing phases me. Осталось найти момент в этой игре, чтобы его можно было кинуть. Я думаю, надо сделать респавном какой-то отдельный режим. Как в Fortnite, знаете, режимы по типу, блядь, строительство, там, Майнкрафт какой-то. 200 уже игр в игре одной. Вот в Apex надо тоже особый режим сделать, только там весь режим будет заключаться в том, чтобы все игроки стояли и кидали, блядь, все голоспреи, которые им выпадали за все время. Я думаю, одна катка будет длиться, ну, типа, год, наверное, минимум. Будут стоять друг другу вот так на язык накидывать эти голоспреи. И чтобы баннеры еще можно было выставлять. Так, последний кейс.
Открываешь, не, нихуя. Таки быстро. Ноль кейсов. Почему нельзя нулевой кейс открыть, я не понял. На полных анлакичах хватит только на один. Я даже не знаю, что купить. Но по идее, я вот так вот делаю. И что, если я умный? Еще 10 кейсов открываю. Йоу. Можно было, конечно, постепенно их открывать. Вдруг бы там вывалилось немного металлов, и можно было еще сэкономить на одном хотя бы каком-то. Сейчас металлы, да? Не, рыешка выпал. Было бы странно, если бы тут металлы выпали. Бля, посмотри, легендарки, сыпят и сыпят, блин. Что это за снова? Сьюз или что это такое? Я, блядь, оно сливается с фоном. Я не вижу, что там за слово, пацан. Вроде сьюз. Лучший скин на вольт. А это что такое? В смысле один? А, ну да. Тот самый. Ну вообще, блин, приодели пумбу. Жесткий лепс, блин. Лепс, который сменил пол. Посмотрим на шипованное дилдо. Что ты можешь? Ага. Вот топор гиббона, блядь, так же само бьет. Да не так. Вот вот так вот, да. Бля, они просто взяли анимацию один в один скопировали, чисто поменяли, блядь, реликвию саму. Короче, удар вот по прямой так вот. Так и сверху еще бывает, и справа. А если в подкате, а сверху? Сверху тоже не меняется. Я не знаю вот почему, но у меня именно вот этот звук пиздец как бесит. Только осмотр остался. Так, у меня там кнопку на N вроде, да. Так. Жестко, блин. Не, ну такое лучше, конечно, никуда не пихать. Окей. Нахуй я покупал, сломала, блин. Это световой меч или что это за хуйня? Они сюда напихали всего подряд. И стропон, и, блядь, и световой меч, и булава, и сигма какой-то из зерочи. Что происходит? О, это не было. Я вам все взлетишь, ты чё? Хуеси. Мэрич Покинс. Вот этого точно не было. Нет, было. По анимациям что-то слабенько. Сам релик такой, в целом норм, но... О, вот это что-то пошло уже. А ты чё, карандаш? А все, блядь, карандаш потерялся. Один стропон другим, блядь, всосало. Жесткое. Тут недавно вышел релик на Horizon, как оценишь? А чё, да? Я не видел просто, когда вышел. Давно? Ну, чтобы оценивать, надо увидеть её сначала, а я что-то не видел еще. Музычка еще на фоне идеально подходит, мне кажется. Чисто National Geographic какой-то. Проще уже пойти и посмотреть на YouTube. А, вот это редкая. То есть обычная она просто крутится, а редкая это когда крутится она, еще и Несси две штуки. Блин, ну респавные что-то, я так смотрю, им то ли не доплачивают. Скоро редкая, это знаете, это будет просто когда вокруг будет на две песчинки просто больше летать. Но лучше бы ей уже ебанули просто лазерный меч какой-то или что-то такое, ну серьезно. В целом выглядит прикольно, но анимация дерьмо. Такое вот умозаключение. Говорит, покупай реликвию на Бангу. Зачем тебе реликвия на Бангу? Ты уже купил один стропон, вот у тебя, блядь, для полной коллекции есть еще два. Или вот, смотри, ну это что-то уже, конечно... Ладно, как хочешь. А я предлагаю устроить голосование, да-да-да. Давай, давай, строим, блядь. Люблю демократию. Ачноут, let's go. Жун 20, Жун 23, вот эти скины, которые мы видели. Жун 23, Жун 27. Это те скины, которых мы еще не видели. Жун 27, Жун 30. Вот эти скины. Жун 30, Жул 4. Блядь, вот эти скины. Так, изменение баланса, ротация изготовления. В репликаторе появится 99 и неистовство. Буду крафтить неистовство обязательно. Пистолет, пулемет, сменщики, страж возвращаются. Эвакуационная вышка уменьшена, вероятность появления для соответствия имеющимся тепловым щитам. Что, блять? Процент появления такой же будет, как и у тепловых щитов, или что это за формулировка, блять, гениальная? Я слишком быдло, видимо, чтобы понять такую гениальную мысль. Мобильный маяк возрождения слегка увеличена вероятность появления. Вообще дичь какая-то, зачем он нужен? Те, кто хотел его найти, и так его находили, по-моему. Обычно просто носишь его с собой, и все. А вот эти башни, которые ты постоянно тратишь, их наоборот побольше было бы лучше сделать. Шваль возмездия. Уменьшена скорость полета снарядов, увеличена скорость падения снарядов. Ладно, ЕО-8, увеличена базовая скорость. Короче, скорострельность для белых затворов. Фиолетовых и золотых затворов остается прежней. Понял. CR. Пассивное умение, датчик сердцебиения. Дальность действия уменьшена до 50, было 75. Сдержка до первого считывания сердцебиения значительно уменьшена. Тактическое умение, концентрация внимания. Дальность действия уменьшена до 60, было 75. Скорострельность стрельбы увеличена примерно на 30% быстрее. Быстрее кьюшку выпускается. Ну ладно, хорошо. Убрано прерывание лечения. Какое? Сканирование снова отображает тело цели полностью. Хотя концентрация внимания теперь замедляется на 2,5 секунды. Охуеть, зачем? Прикинь, ты просто бежишь куда-то, а тебя этот дебил станет кьюшкой. Это прям так же, как было, когда он только-только вышел и наносил сколько там, 10 урона, по-моему, кьюшка или что-то такое. И тебя этот урон станил. Это так бесило. А тут 2,5 секунды, в полтора раза больше. Время аниматы увеличено до 10 секунд, было 1,75. Это они сделали альтернативу Ревенанту, я так понимаю. То есть у Ревенанта в будущем аниматы, я так понял, заменят. Это такой жирный намек на то, что тот слив обилок Ревенанта, который я показывал в Телеграме, не фейковый, то есть это правда. Блядь, ну там очень странные изменения по Ревенанту.
немножко были, если честно, прям очень странные. Короче, у Ренанта заберут Юшку, да, Сайленс, ее отдадут Сиру. Враги, получившие эффект немоты от умения Сира, теперь также отмечаются для Сиара и его союзников, предупреждающим угрозы контуром, но только когда находится на линии обзора. Спецумение экспозиции, дальность броска уменьшена до примерно 15 метров, было примерно 50. Ну типа ладно, я что-то не помню, что кто-то особо там на километр ее прокидывал. Удалены ромбовидные метки сканирования, ну это мы уже поняли. Я после Fallout 76, там где весь сюжет, блять, в записках, мне уже вообще что-то ничего не хочется читать абсолютно, мне уже лень, мне уже глаза болят, мне мозг не работает в плане чтения. Странно, но ладно.